Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Рубль вновь ослабел. Что советуют экономисты тем, кто планирует отдых за границей? Проведут объективное расследование и накажут виновных. Дело о смерти младенца в перинатальном центре ДАР рассмотрят на федеральном уровне. Накануне Дня Великой Победы жительница Барнаула нашла место захоронения своего прадеда спустя 75 лет с момента его гибели. Очередной обвал. Май принес новое ослабление национальной валюты России. Относительно доллара рубль упал более чем на рубль, по отношению к евро почти на 2. За весну 2018-го это уже третье серьезное снижение курса рубля и, по мнению экономистов, не последнее. Поэтому туристам, планирующим отдых за границей, они рекомендуют спланировать расходы на отпуск заранее. По мнению специалистов, очередное послабление национальной валюты России вполне ожидаемо. Нефть продолжает дешеветь, американская валюта укрепляться на биржевом рынке. Только за прошлый месяц рубль в общей сложности опустился к доллару более чем на 10%. За майские праздники еще почти на 3. Многие соотечественники, в том числе жители края, планирующие этим летом отпуск за границей, обеспокоены колебаниями отечественной валюты. Но ряд местных экономистов советуют не паниковать и не спешить менять рубли на доллары и евро. При этом они не исключают, что ослабление рубля продолжится и стоит задуматься об отпуске в России либо в странах постсоветского пространства. Колебания курса в первой половине, скорее всего, не превысят, ну, она, собственно, уже подходит к концу, июнь месяц последний будет в первой половине, вряд ли превысит 65 долларов. То есть, если он и подрастет по отношению вот к тому, что сейчас мы имеем, то весьма незначительно. И, в принципе, может в начале второй половины, в течение августа месяца, до августа месяца он подняться до 68-70, но все сходятся к тому, что к концу года он вернется в область значений 60-62. То есть вот такой консенсус прогноз у специалистов. Дело о смерти младенца в Алтайском перинатальном центре ДАР рассмотрят на федеральном уровне. Накануне мама погибшего ребенка с просьбой наказать виновных обратилась к заместителю председателя российского следкома Илье Лазутову, который накануне провел в краевой столице личный прием граждан. Напомним, Татьяна Колотилина из Ключевского района потеряла ребенка в перинатальном центре ДАР в конце августа прошлого года. Это был ее долгожданный первенец. Беременность женщины протекала сложно, плод был довольно крупный. Чтобы не рисковать здоровьем пациентки и малыша, врачи районной ЦРБ направили ее в перинатальный центр ДАР к специалистам. По словам Татьяны, врачи центра обследовать ее не стали, а просьбу сделать кесарево игнорировали. Операцию провели лишь, когда сердце малыша уже перестало биться. Когда я им сказала, что я чувствую, что это плохо мне, они мне объясняли так, что я первородка и не знаю, каково это. Я им объясняла, что это не так. То есть я чувствую, что-то это не схватки идут, это что-то другое. Ну и получается, она у меня там внутри задохнулась. Краевой Минздрав посчитал, что сотрудники ДАРа действовали правильно, а вот Росздрав встал на сторону пострадавшей и подал в суд на специалистов перинатального центра, главного врача, заведующего отделением и врача-узиста. Суд обязал их выплатить по 20 тысяч штрафа, однако должностные лица игнорируют судебное решение. Вот между тем, Татьяна не собирается сдаваться. На прошлой неделе она обратилась за помощью к заместителю председателя российского следкома Илье Лазутову. Он, в свою очередь, пообещал провести объективное расследование и наказать виновных. В Октябрьском районе Барнаула любой желающий может самостоятельно изучить состав химических порошков и жидкостей. Неизвестные вещества, содержимое заброшенного склада, местные жители уверены, их использовали в производстве на комбинате химических волокон. Но после остановки предприятия убрать забыли. Насколько опасны эти продукты для людей и кто должен позаботиться об их уничтожении, пыталась выяснить Анастасия Дороган. Два огромных сосуда. В одном гласит табличка «азотная кислота», та, из которой делают взрывчатку. Природа других веществ неизвестна, а узнать пытались. Тары вскрыты, пакет растерзаны. Склад почти под открытым небом. Здесь стояла такая мензурка большая на литр с темно-коричневой жидкостью. Я ее просто взял подержать в руках. То есть даже к самой жидкости не прикасался. Просто она испарялась. Запах был такой фенольный. У меня потом... Трое суток руки пахли вот этим запахом. Я не мог ничем отмыть. То есть представляете, насколько едкое и въедливое вещество.
Евгений – биолог. В детстве жил неподалеку отсюда и уверен, это помещение комбината химволокна, производства которого нет уже 13 лет. Кирпичную консервацию склада сломали сталкеры. С тех пор в оконные проемы пытаются попасть все любопытные, и в особенности дети. Химическую свалку едва ли не растаскивают. Барнаулец уже обращался в краевой Минприроды. Ответ удивил. Склад, оказывается, неприступен, хотя что там содержится, чиновники не знают. После этого Евгений внес хранилище на интерактивную карту несанкционированных свалок Общероссийского народного фронта. Есть специальные органы, да, которые отбирают пробы, производят анализ. Но достаточно иметь зрение, чтобы прочитать этикетку на бутыле, да, и увидеть, что там азотная кислота. А это все-таки, на секундочку, очень опасное химическое вещество. И это не единственное украшение прибрежной зоны Барнаула. Рядом целое поле бытовых и строительных отходов. Владельцев некоторого мусора можно вычислить буквально по адресу. Вот такая конструкция – это кассета для банкоматов. Читаем: Гущина 154Д, Молодежная 35, Белинского 12. Это большая свалка. Это стоит глянуть под обрыв Каби. Это огромные залежи. Тут, понятно, копилось не один год. Но вообще мне странно. То есть огромное предприятие мощное, да, ТЭЦ-2, вот его забор, которые, конечно, вот, по крайней мере, они соседствуют с этим безобразием. Да? То, что это неизвестно было никому, и как-то поверить трудно. Сотрудники УНФ уже обратились в надзорные органы и прокуратуру, чтобы найти хозяев, которые к своим же владениям относятся не по-хозяйски. За полтора года, пока действует интерактивный проект, алтайские жители обозначили 198 несанкционированных свалок в крае, и половина из них уже ликвидирована. Анастасия Дороган, Николай Шилко. Наши новости. Ну вот между тем жители Рубцовска начали собирать коллекцию фотографий с изображением стихийных свалок. Все собранные снимки после передадут в администрацию города. Люди надеются, что таким образом смогут привлечь внимание властей к антисанитарным условиям на улицах Рубцовска. Куча мусора здесь обосновались и продолжают расти. Местные жители говорят, что за порядком не следят коммунальщики. Власти же уверяют, что люди отказываются платить за вывоз мусора и выбрасывают его где придется. Заместитель начальника полиции МВД по Шипуновскому району подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Краевые следователи возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, в 2016 году полицейский инсценировал, как гражданин совершал преступления в сфере оборота оружия и наркотиков. В отношении потерпевшего было незаконно возбуждено уголовное дело и даже проведен обыск в доме. Это нарушило его конституционные права. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведены обыски в рабочем кабинете и по месту жительства подозреваемого. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. В случае доказательства вины бывшему полицейскому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Продолжим. Майские законы отразятся на зарплатах бюджетников и тех, кто собирается на отдых. Целый ряд нововведений вступил в силу с начала месяца. О наиболее значимых из них расскажем далее. Зарплата бюджетников пойдет вверх. В России вырос минимальный размер оплаты труда до 11 163 рублей. Коснется это 4 миллионов россиян. Кроме оплаты труда увеличится пособие по беременности женщинам, зарплаты которых были ниже минимальной, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Из резервного фонда правительства регионы получат на эти цели 16 миллиардов рублей. В казну Алтайского края уже поступило 772 миллиона. Всего в регионе предусмотрено на повышение зарплат 2 700 миллионов рублей. С 1 мая российские туристы начали платить курортный сбор. На экспериментальном этапе участвуют только 2 из 4 заявленных регионов – Ставропольский и Алтайский края. В Крыму и Краснодарском крае решили отложить введение сбора, а на Кубани его начнут взимать с 16 июля после чемпионата мира по футболу. Самая высокая ставка на Ставрополье – 50 рублей за день проживания. В Алтайском крае он составит 30 рублей, в Краснодарском – 10. Важно, что сумма курортного сбора не входит в стоимость проживания. После уплаты гражданину обязаны выдать документ, подтверждающий факт перечисления денег. Средства в этом случае подлежат зачислению в бюджет края. Турецкие помидоры возвращаются. Россельхознадзор разрешил поставки томатов всем турецким производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее экспортеров. При ввозе в пунктах пропуска через границу будет действовать совместный фитосанитарный контроль. Некоторые эксперты полагают, что в связи с этим цены на магазинных прилавках на помидоры снизятся.
Самогонные аппараты придется регистрировать. Речь идет об оборудовании для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров. Отсутствие регистрации приведет к штрафам от 3 до 5 тысяч рублей и конфискации. Если самогонщика все же поймают на продаже такой продукции, то заплатить придется уже в 10 раз больше. И с товаром также придется попрощаться. Разработчики надеются, что таким образом производство этилового спирта будет серьезнее контролироваться, а на рынок ограничения не повлияет. Евгения Доровская, «Наши новости». Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных грядущей 73-й годовщине Великой Победы. Семья героини нашего сегодняшнего материала долгие годы искала пропавшего без вести во время Великой Отечественной деда и прадеда. В итоге нашли. Оказалось, его прах покоится во Франции. С правнучкой героя войны пообщался Илья Кочетков. Этот портрет и смутные воспоминания родственника – все, что осталось от Ефрема Петровича Кузькина, участника Великой Отечественной. Его правнучка Анастасия Коротких рассказывает. Известно, что во время ожесточенных боев под Керчью в 42-м он пропал без вести. После войны ее прабабушке пришло извещение – умер в плену в 43-м. Но ни при каких обстоятельствах, нигде похоронен, неизвестно. Надеялись, что ошибка, что остался жив. Наши родные, да, 5 сыновей у него остались, все его очень ждали. Была единственная его там две фотокарточки. Все его очень ждали, трепетно хранили эти фотокарточки у себя. Правда открылась 70 с лишним лет спустя. В прошлом году троюродный брат Анастасии нашел данные о прадеде на сайте «Мемориал». Это банк данных обо всех погибших и пропавших без вести. Оказалось, в 43-м Ефрем Кузькин оказался в концлагере Бан-Сен-Жан во Франции. Там он умер и был похоронен в братской могиле. Недолго думая, Анастасия с братом сели в машину и отправились за несколько тысяч километров в Европу. Оказалось, поросшие травой развалины концлагеря сегодня «Мемориал» с ухоженным кладбищем. Там стоят стены, там стоят столовые. Прадед здесь питался, и на самом деле жуть. Ну, это очень жутко. Ты идешь, и мало того, что там такая атмосфера очень такая напряженная, и ты представляешь, это очень ярко. Французы рассказали, после войны насчитали больше 22 тысяч мертвых узников. Большая часть из них была свалена рядом с бараками. Местные жители своими силами захоронили тела и сделали мемориал. По их словам, Анастасия с братом лишь седьмые, кто нашел здесь своего предка. Так что большая часть открытий еще впереди. Если и вы ищете родственников, загляните на сайт мемориала. Между тем, в этом году Анастасия с братом отправилась во Францию снова. Там, под Парижем, в канун Дня Победы открывается стела в память погибших и похороненных здесь русских солдат. Илья Кочетков, Александр Антропов, «Наши новости». Электронные акустические с двумя грифами и в металлическом корпусе. В Барнаульском музее «Город» каждый желающий может почувствовать себя рок-звездой. Гитары советского времени представил публике коллекционер Максим Каратайских. К сожалению, познакомиться с ним лично нашим корреспондентам не удалось, зато они сумели послушать, как звучит, например, ГДРовская «Мусима». Давайте вместе послушаем. Максим Стрелковский на этой выставке не случайный гость. Он один из участников барнаульской группы «Эльвента Кредо». Играет на ритм-гитаре. Уже 15 лет занимается музыкой. Признался, о многих гитарах, представленных на выставке, слышал и мечтал хотя бы подержать их в руках. Я даже сейчас держу эту гитару. Вот это удивительный совершенно инструмент с двумя грифами. Не очень понятно, как на нем играть. Акустические, электронные, самодельные, как это, и даже в металлическом корпусе. На выставке советских гитар более 80 инструментов 50-х, 80-х годов выпуска. Самая дорогая гитара, которая представлена на выставке, это вот эта. Коллекционер приобрел ее за $1500. Тогда как советский Урал на сайте объявлений сейчас можно купить за 1000 рублей. Вообще, в советское время хорошая гитара считалась роскошью. Простому человеку была не по карману, и достать ее мог далеко не каждый. А еще в те времена создавали вот такие необычные инструменты, следуя заграничной моде. Но в чем их уникальность, тогда так и не поняли. А на них и в советское время не играли. То есть потому что их сделали, в продажу запустили, но никто не понимал, как на них играть. То есть, соответственно, их и сохранилось очень мало, поэтому такая гитара является очень редкой. Выставка будет работать в музее «Город» до 19 мая. Если вы знаете хоть несколько гитарных аккордов, приходите и музицируйте. Елена Кузовкина, Александр Антропов, «Наши новости». Не почувствуйте себя рок-звездой. Впервые в истории края студенческий хоккейный клуб выиграл чемпионат страны. Поздравления принимает коллектив «Динамо Алтай». Сегодня утром самолет с игроками приземлился в аэропорту Барнаула. Из Москвы ребята привезли кубок чемпионов и золотые медали. Далее подробнее не только об этом.
Это первые секунды после финального свистка. Сине-белые отмечают действительно историческую победу. До них еще ни одна команда с Алтая не выигрывала золотые медали первенства студенческой хоккейной лиги России. По пути к первому месту пьедестала коллектив Александра Усачева сначала разобрался с соперниками на местном уровне Сибири и Дальний Восток, а затем уже в Москве. В финале «Динамо» за счетом 2-1 обыграла московский «Электроник». Всего в этом турнире за медали боролось 12 команд со всей страны, так что ответ на вопрос, какой «Динамо» чемпион, теперь наверняка известен. На шаг вперед борец Виталий Щур пополнил коллекцию наград новой медалью. На этот раз спортсмен стал обладателем серебра чемпионата Европы. В финале Виталий 1 балл уступил оппоненту из Турции. Правда, до этого наш земляк 3-жды уходил с ковра победителем. Поочередно разобрался с представителями Эстонии, затем Болгарии и Грузии. Особенно зрелищным выдался полуфинал. Победу со счетом 5-4 Щур вырвал на последней минуте. Тяжеловес Александр Карелин позже похвалил Виталия за то, что в решающий момент тот проявил волю к победе. Закольцуем вновь о «Динамо», правда, на этот раз о футбольном. Завтра барнаульцам предстоит помериться силами с гостями из Иркутска. Сейчас коллектив с Алтая занимает 3-ю строчку, будущие соперники «Зенит» 5-ю, предпоследнюю. После незапланированных потерь баллов в том же Иркутске команда Сергея Шишкина в случае очередной осечки рискует выбыть из чемпионской гонки. Лидер первенства «Сахалин» идет пока без ошибок. Стартовый свисток прозвучит завтра в 18 часов ровно. После «Динамовцы» уже 7 мая также в родных стенах попытаются переиграть неуступчивую для них «Читу». Кирилл Политов, «Наши новости». Сеть быстрого питания «Грильница» открыла в Барнауле свой самый большой ресторан, где можно вкусно поесть за приемлемую цену. Каждый день в «Грильнице» готовят из свежих продуктов высокого качества. Доверяем, знаем, что контроль качества, что несколько этапов проверки, поэтому всегда уверены в качестве продукта, который здесь берем. Конечно, здорово, вкусно, и то, что близко к дому, вообще прям для детей место рай. Оценить качество блюд можно, не выходя из офиса и дома. В меню широкий ассортимент – шаурма, хот-дог, пицца, роллы, салаты и супы. Тут очень атмосферно. В принципе, можно запросто прийти, посидеть с друзьями. Обслуживание было достаточно очень быстро. То есть пиццу сказали приготовить за 15 минут, через 15 минут ровно ее и отдали. То есть люди позитивные, везде шарики, свет, и хочется радоваться, покупать больше еды и просто находиться здесь. Самая крупная точка «Грильницы» открылась по адресу Комсомольский, 102. И в завершение выпуска по традиции о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Аквамастер». Синеводье премиум – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинское» и получите подарок. На большей территории края переменная облачность, возможны дожди, ветер западный, умеренный. В Бийске и Алейске до 14 тепла, в 13 в Рубцовске, 11 в Змеиногорске и Тальменке. В Белокурихе 9 со знаком плюс, в Барнауле западный умеренный ветер, ночью около 0, днем до 10 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний, 722-440. У меня на этом все новости, до встречи. Петр Бочарников. На фронте 43-го года. В ночь на 13 апреля младший лейтенант форсировал Днестр у молдавского села Бычок. Продвижению атакующих мешали две пулеметные точки. Ворвавшись в сарай, откуда противник вел огонь, Петр Бочарников уничтожил 7 немецких солдат и обеспечил продвижение армии. Он погиб в бою на следующий день. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Петр Бочарников включен в энциклопедию Алтайского края. Его именем названа улица в Зыряновске.